Привет! Продолжаю выкладывать все эффективные рецепты в борьбе с курением. Все они, конечно же, народные. Итак, если вы живете в крупном городе или имеете другие возможности достать это диковинное растение, попробуйте с ним поработать. Если вам не помогают никакие способы бросить курить, возможно, этот способ вам поможет. Итак, нам нужно корневище змеевика. Есть такое растение змеевик. Нам нужны сухие корни змеевика. Вот так они выглядят. Берем один раз, отмеряем 10 граммов. И тогда мы уже на будущее будем знать примерно сколько это 10 грамм сухих корней змеевика. Засыпаем желательно в термокружку или в что-то подобное. И заливаем одним стаканом кипящей чистой воды. Все закупориваем и очень тщательно, хорошо настаиваем. Желательно подольше, где-то 1,5-2 часа. После этого все можно процедить. Такого раствора хватит на 2 дня. Больше его хранить не нужно. Хранить в холодильнике. Естественно, на второй день немножечко его подогреваем. И нам необходимо полоскать горло данным раствором перед курением. Итак, у нас есть раствор. Он должен иметь или комнатную температуру, или чуть-чуть еле теплую. Дальше, у вас есть любимые ваши сигареты, которые вы курите в течение дня, там сколько вы курите. Все, значит, перед тем, как вы будете курить, берем наш растворчик и легенько полощем весь наш рот, наше горло. Выплевываем. Все, не пьем ничего, можно закурить. Все, так каждый день делаем и смотрим, что будет. Ну, если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня служат ваши лайки, ваши комментарии, ваши спасибки в комментариях, а также, если вы поделитесь данным видео со своими друзьями, пусть они тоже знают, как быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще!